Грандиозное и поистине яркое торжество устроил преподавательский состав и ученики лицея на вечере встречи выпускников. Стандарты, рамки и клише не для этого учебного заведения. Даже приветствие со зрителями ведущие сделали не совсем обычным. Выпускников разбили на несколько групп, каждая из которых приветствовала гостей задорным танцем под музыку своих лет. На празднике собрались бывшие ученики с 1992 по 2015 год. Вели торжество Пушкин и Гоголь. Они рассказали обо всех изменениях, произошедших в лицее за 25 лет. За четверть века отсюда выпустили почти 3000 человек. Каждый 12-й из них – медалист. Это 650 химиков и биологов, 500 врачей, многочисленные преподаватели, журналисты-международники и тысячи других специалистов, работающих в разных сферах жизни. Первый лицей – единственный в области, где преподают 4 языка. Здесь работают 3 лучших учителя года, есть ученик года и 10 стобальников по ЕГЭ. Училась я с 2008 по 2011 год. Пришла сюда, когда только открылся профиль социально-лингвистический. Поэтому любимыми преподавателями всегда были преподаватели по языкам. Испанский, английский, французский. В общем, здесь учились всему. Сейчас чувствую себя, как будто я пришла как домой, вернулась, вижу вновь лица знакомые, учителей. С преподавателями у лицейского братства буквально какое-то духовное родство. Любимые и всегда современные учителя поддерживают любые начинания подопечных. Например, в лицее есть свой театр и рок-группа. Бывшие лицеисты почтили память всех ушедших сокурсников и учителей минутой молчания. Вспомнили первого директора и основателя, настоящего энтузиаста и актера Виктора Симакова. На встрече выпускников поздравили тех педагогов, которые отдали лицею 25 лет и продолжают трудиться. Таких оказалось 8. Еще 23 человека проработали здесь более 20 лет и вручили памятные часы. Стоит ли говорить, что уже взрослые выпускники привели учиться в альма-матер и своих детей? А некоторые и вовсе остались здесь работать, как Роман Добряков. Теперь он заместитель директора, лауреат многих научных конкурсов и отличный преподаватель. Лицей – это востребованная на муниципальном уровне образовательная организация, конкурентоспособная на рынке образовательных услуг. И в лицее созданы абсолютно все возможности для того, чтобы обучающиеся, пришедшие к нам, добились успеха. Будь то образовательные успехи, будь то успехи в общественной деятельности, будь то успехи в личностном самосовершенствовании. Сегодня первый лицей работает по системе вуза, то есть по самым новым методикам обучения. Интерактивные доски, электронное расписание, кабинеты практики. В некоторых школах об этом только мечтают, а здесь пользуются каждый день. Поэтому и выпускники прославили свой лицей далеко за пределами региона. Яна Попова, Алексей Кусюмов. Местное время.